как минимум нужно проехать на 100 баллов квалификацию по оцениваемому участку. А Максим Гроссман начнет сейчас прессинговать с самого начала и делает то, о чем я... В заезде за первое-второе место в финале встретятся Илья Бабович и Максим Гроссман. Выиграл! Все бесконечное и вечное. Максим Гроссман выполняет не спеша перекладки и каждый раз оказывается все ближе и ближе до самой судейской дуга. Именно здесь, в финале. А начинаем мы уже с топ-8. Будет, судя по всему, решать. Двигается Максим Гроссман. Еще одна близкая перекладка и сразу же прыжок в лидера. Далее все то, что позволяет Максиму Гроссману по-прежнему остаться рядом и близко. И подготовка перекладки.